Всем привет, вы на канале Маша Плей. И сегодня мы играем в войнушки. Да, войнушки — это моя любимая игра в Роблоксе. Ой, господи. Извиняюсь, что меня так долго не было на канале, потому что просто лень было снимать. Давайте по чесноку. Мне просто было лень снимать. Сейчас мы будем, не знаю, что делать. Убивать синих, наверное. Хотя нет, надо сейчас убивать зеленых и желтых. Потому что у них самые большие базы. Я красная. Вот. Такая вот у нас тут. Синие уже отделились. Они не могут воевать с другими командами. Только через пушки. Так они убивать не могут. Ну, встречаться. И идем убивать синих. Они еще там, они еще в команде. Просто их там уже нет, и меня хотят убить, да? Угу. Ха-ха-ха. Опа. Я хз, что я делаю? Ладно. Ну, как вы поняли, меня убили. И я, по-моему, не меняла мой лук, но сейчас я выгляжу вот так, если я меняла. Итак. Так, все, никто не может воевать с другими командами с мечом. Только вот так. Я отключила звук, потому что очень громко. Всякие разные взрывы. Это громко. И на видео это будет звучать очень громко. У меня просто не будет слышно. О, они еще не ушли, но они уже умирают, так сказать. О. Опа. Я не ожидала такого. Так, они еще в ком. О, они еще там, надо их быстрее убивать. Все, по-моему, их уже нету. Потому что они не возрождаются или. Короче, убиваем сейчас, наверное, зеленых. Потому что зеленый — это мой любимый цвет. Ладно, у меня красный любимый цвет. И почему-то я всегда попадаю на красную. Но я не выбираю. Нельзя выбирать. Так. Давай. О. Ну, наша команда... Да, она выигрывает. У нас гораздо больше базы, чем у зеленых и желтых. Тык. И, кстати, совсем скоро, наверное, уже будут влоги, потому что снимать только летсплеи, господи. Кто не знал, у меня появились дегу. Это крысы. Это крысы. Ну, точнее, это как чилийские белки, но это крысы. Короче, хз, кто они? Но они прикольные, и я шарахаюсь от них, потому что они издают такие странные звуки, которых я боюсь. У них там что-то постоянно падает, или это... Я не знаю. Так, о, господи, у меня сейчас я вся трясусь. Ну... А, у них гамак. А, подожди, я не понимала, у них, по-моему, гамак сломался. Но это не точно. Так, мне, если честно, уже немножко страшно с этими дегу. У меня две девочки, хотя мы сомневаемся, то, что одна из них девочка, Лютя. Она миленькая. Они, кстати, на второй день, когда мы с ними жили, убежали.
И мы их 2 дня ловили. Точнее, нычку. Это одна, самая младшая. Так. Опа. Надо убивать желтых, потому что зеленые, они как бы маленькие, а они уже, они прям большие, еще желтые. Блин, ну я зайду в шоп. Шоп вот этот, хочу шоп. А где шоп? Где шоп? Так, это за робоксы, да? Или где взять такую фигнюшку? Так, убиваем желтых. Синие у нас уже их нету. А, вот я люблю таких одну команду такая, она практически всегда есть, но в этот раз ее не было. А, то, что она умирает реально через минуту игры. Но синяя она, ну так за 5 минут. А, какие 5 минут? Я снимаю только 6. Получается, они только что умерли. Нет. Ну, они, короче, я не знаю, где-то за 2 минуты умерли, но я люблю прям, которые за 30 секунд уже все. Полбазы нету. Я не люблю тех, которые хорошо держатся. Потому что, хотя не знаю, вот, когда ваша команда умерла, ну, все, у вас нет команды, то вы встаете. Тут есть такие вот штучки, вот, видите, там наверху такие, типа, колонны, я не знаю, вот, 4 колонны. А, там можно воевать друг с другом, не важно, какая это команда, но сейчас тут независимо от команды. О, осталось совсем чуть-чуть, и у них упадет верхняя штука. Ну, половина уже. Это лучше, чем ничего. Ой. Уже вот буквально завтра, послезавтра уже начнутся влоги на моем канале. Развивать мой канал. А еще? Я не знаю, я не помню, говорила ли я или это или нет, но когда я еще была в Таиланде, я уже, кстати, вернулась в Москву. И у меня все болит. Потому что я пошла на мои полотна, которые прям пипец сильные. И у меня все болит. У меня пресс болит. У меня все болит. Так, надо сейчас убивать. Давайте ты убивай желтых, а я зеленых. Почему кому-то меня не может слышать? Ой. А! По-моему, мы проиграли. Нет? Ой. Походу, да. Помогите? Ага, Yellow Team, мы не проиграли. Значит, мы... А! Все плохо. Я не знаю, что это за штука. Если кто знает, то скажите, что это. Что она делает? Ее нельзя взять, она прозрачная. Короче, пипец. Так, бабах. О. Если я буду молчать, я просто не знаю, что сказать. Я буду продвигать мой канал скоро. Прям скоро. И почему я так долго уходила? Я не была долгое время. Потому что, во-первых, мне было лень снимать. Потому что я ленивый человек. А во-вторых, я удалила это приложение, вот это вот, которое снимает экран. И у меня не было места, чтобы закачать ее. Ура! Ура! Мы выиграли! Win the game! Я синяя. Офигенно. Я сейчас пойду убивать всех мечом. Зомбик.
Я одна в команде, только не говорите то, что я одна в команде. Так, давайте по чесноку. А, как? Как он меня убил? О, господи. Он пробирается на нашу базу. Синий, беги. А! Ах ты ж какашка! Ах ты ж какашка! Ой, блин. Ну ладно, мы проиграли. По-моему, мы будем та команда, которая первая умирает. Да. Это точно. Да. Ну все. К нам кранты. Я сейчас приостановлю видео, чтобы вам было не так скучно смотреть.